Всем привет, друзья! Кто к нам присоединился? В этом выпуске говорим о бое Майкл Чендлер - Чарльз Оливейра. Накануне их поединка был вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе, который, напомню, освободился после ухода Хабиба из UFC. Победу в поединке держал, сразу скажу, Оливейра. Вы уже 100% знаете результат, поэтому не будет для вас удивлением. Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде, прокомментировал победу вот такими вот словами. Давайте послушаем. «Эй, Дана, поверь в меня! Ты дал мне Тони Фергюсона на 20-дневном уведомлении, и я сделал с ним то, что никто не ожидал от меня. Вы дали мне монстра из Беллатор, и я сказал, что собираюсь нокаутировать его. Я пришел сюда и нокаутировал его. 11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов. Я фавелла, которая никогда не отказывалась от своих мечтаний. И если у вас есть вера, все сбудется. Удачи, красавчик. Первый раунд был лучше, чем у некоторых все пять. Бой просто супер, братва. Молодцы, мужики показали отличную схватку. Дальше Оливейра продолжает. У нас в зале есть поговорка. Вы можете обрушивать на нас камни, но они полетят обратно. Перед поединком Майкл сказал, что я ломаюсь под давлением. Он бил, напирал, но я держался и продолжал давать ему отпор. Я держал победу. Этот пояс наш. Достойный чемпион, очень рад за него. Для Оливейра эта победа стала 9-й подряд. А вот как отреагировало ММА-сообщество, давайте по порядку. Даниэль Кармье. Это абсолютное безумие, как быстро все может меняться в боях UFC. Какой бой! Поздравляю нового короля! Алджамин Стерлинг. Оливейра хитер. Чендлер должен быть умен с добиванием и следить за ударами ногами снизу. Эрик Кох. Прекрасный левый боковой. Дерек Брансон. Все меняется так быстро в ММА. Брайан Ортега. Парень из джиу-джитсу показывает борьбу, а парень из борьбы показывает джиу-джитсу. Майкл Биспинг. Вот это раунд. Майк Пирс. Это было прекрасно. Билал Мухаммад. Чендлеру не понравится пересматривать это. Я думаю, он мог закончить бой в первом раунде, если бы не полез в партер. Стивен Томпсон. Вау. Огромное поздравление Оливейре. Великолепное выступление. Он сумел пройти через тяжелые минуты в бою. Джимми Манува. Вот это бой. Счастлив за Оливейру. Крис Уайдман. Счастлив за Оливейру. Какая карьера. Меган Андерсон. Вот это да. Безумное возвращение. UFC короновали Чарльза Оливейру. 11-й неоспоримый чемпион в легком весе. И Конор Макгрегор. Поздравляю Оливейру с тем, что он стал 11-м чемпионом в легком весе. Интересно, кто же станет 12-м? Теперь Конор Макгрегор рассчитывает на титульник, если победит Дастина Порье. Что думаете, братва, как вам этот бой? И согласны ли вы с тем, что Конор в следующем поединке после Порье может сразиться за титул? Пишите в комментах, а мы скоро увидимся. Всем удачи, пока!